Здравствуйте, в эфире «Вести Чукотка», в студии Владимир Сироткин. Я и мои коллеги расскажем вам об основных событиях в округе. 20 декабря в России отмечается День работника органов безопасности, профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы безопасности и ряда других силовых ведомств. В этот день, в 1917 году, декретом Совета народных комиссаров была образована ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров. Эта дата считается точкой отсчета для советских и российских спецслужб. Сотрудники российских спецслужб сегодня принимают поздравления. Указом президента России 20 декабря установлен День работников органов безопасности, деятельность которых направлена на пресечение и раскрытие преступлений против государственного строя, внешней и внутренней безопасности страны. Отечественные спецслужбы объединяют общая славная история. Она создавалась многими поколениями чекистов, которые в мирное время и в годы суровых испытаний боролись за свободу и независимость нашего государства. Большое торжественное собрание сегодня прошло в окружном доме народного творчества. Поздравления чукотским чекистам направил глава ФСБ Александр Бортников. Со сцены выступил руководитель окружного управления службы Андрей Троян. Сегодня антироссийская политика Запада и его многочисленных сателлитов приобрела беспрецедентные масштабы. Враг уже не скрывает свою причастность к различного рода диверсиям, прибегает к самым вероломным методам агрессии, пытается расколоть и ослабить наше общество. В этих условиях крайне важно не терять бдительность, эффективно использовать все имеющие оперативно-технические и аналитические информационные ресурсы для выявления и пресечения угроз безопасности Российской Федерации. В честь профессионального праздника отличившиеся сотрудники окружного управления ФСБ сегодня получили ведомственные награды и новые воинские звания. Сотрудники органов безопасности по-прежнему остаются на страже рубежей и закона, защищают социальные, политические и экономические отношения, борются с преступностью, терроризмом и коррупцией, а также ведут разведку и контрразведку. Вероника Токмачева, Александр Кузьминов, «Вести», Чукотка.